на канале Алла Гетман. О, Кеша, Кеша, разлетался, разлетался Кеша. Кеша прям никак помогает. Вот Славочка заканчивает ролетики ставить. Славочка, поздоровайся. Здравствуйте. Ну, повернись же, мы тебя не видим. Здравствуйте, здравствуйте. Кстати, с сегодняшнего дня идет отсчет. Осталось 100 дней до Нового года. Вот так. Так что сейчас Славочка поставит ролетики, потом цветочки на место все поставим. Вот смотрите, сколько тут всяких запчастей. Вот у нас процесс идет. Вот так ролетики будут стоять. Все замечательно. Ой, что бы мы делали без мужских рук? Вот так раз, и все у него получается. Заглушечки. Попробуй, девочки, сделать что-то самой. Да не в жизни. А, девочка не такое еще может сделать в этой жизни. Что мужчине и близко делать нечего. Да? Какой вы? Да, как вы думали? Любви все возрасты покорны. У нас сегодня на улице прям чисто осенняя погода такая. Мряка, дождик, тучки, все серо. Ну, настоящая осень пришла. А у нас тепло в квартире. Мы себе уже включаем отопление. И у нас все хорошо. Все замечательно. Что-то нужно помочь? Да нет. Нет? Ох, как Славочка. Все, раз, раз, и все у него получается. Сейчас с этой стороны еще пока покажу. О, как хорошо получается. Так. И вот я уже законченную работу показываю. Вот такие ролетики у нас получились. Вот цветочки все на месте. И здесь все теперь у меня сделано. Вот такая у меня красота. Спасибо, Славочка. Еще раз спасибо. Пришла ко мне Людмилочка, одноклассница, принесла, гляньте, какую пиццу. Кстати, вот это помидорчики, которые у меня на канале, которые я солила. Очень вкусные получились. Принесла перчик. Бутылку. С морковочкой. Так что сейчас мы будем ужинать. Бутылку принесла, да. Сейчас выпьем водки. Выпьем водки. Водки, да. Коньяк. Так у тебя же коньяк есть. Ну, она пьет водку, а она коньяк не пьет. А мы пьем коньяк. Ну, сейчас я буду раздавать всем пиццу. Крылышки у нас. Как всегда, на высоте. Да, крылышки такие у нас шикарные. Славочка уже доедает свой крылышек. Всем приятного аппетита. Итак, наш вечер с подругой подходит к концу. Мы уже пьем кофеечек. Вот у меня медовичок я сегодня приготовила. Людусик там что-то ищет, хочет мне показать за свою родственницу, которая в Китае. Да, Людочка? Ну, вот так мы посидели, покушали, поболтали. Было о чем поболтать. Ну вот, вы были на канале Алла Гетман. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. До новых встреч и всем пока-пока!